В русском сегменте Ютуба не так много людей, делающих какой-то интересный контент по Rainbow Six Siege. Но одного такого я вполне могу вам порекомендовать. Парня тоже зовут Олег, ник Ртуть, и на его канале можно найти как нарезки интересных игровых моментов, так и разборы всех значимых событий из мира игры. Канал пока что небольшой, и у автора нет возможности выкладывать ролики каждый божий день, но человек старается и даже проводит стримы пару раз в неделю. В общем-то, если вам интересна эта игра и вам не хватает по ней адекватного контента, советую заглянуть к Ртути на канал. Ссылка будет в описании. Всем привет, ребят, с вами Лего, и сегодня мы поиграем в Растецкий на сервере Rust Club. В общем-то, был вайп на соло-сервере, и поэтому я решил пострелять, погонять бомжей, пока здесь стоит рейд-блок, и, возможно, когда рейд-блок откроется, я продолжу игру и забабахаю чей-нибудь дом. Но, конечно же, это все зависит от вас. Если вы поставите два Лукаса, то тогда я сделаю рейд. А пока мы пойдем постреляемся. Кто-то на аэропорту там стреляет, что-то он там хочет. Попробую рассказать ему, как меня зовут. А меня зовут Лего Плей. Так что подписка, лайк, обнял. И не забывайте этот сраный колокольчик. Ну, вы знаете, да, который там нажимаешь и говорится о том, что Лего начал стримить или Лего начал записывать, или у Леги вышел ролик. Кто там стреляет-то? Получается, война идет у нас, наверное. О-о-о-о. Я, в общем-то, вроде как на соло-сервере играю. Надеюсь, здесь что, чуваки не будут играть вместе. Так, он бежит за бомжом. Бомж, ты что там, как? Этот за ним пошел. Здорово. Здорово. А где твой карифан? Ох, ты тут отхиливался еще, я смотрю. Возьму-ка я стрелы. Я тут смотрю, у нас жарко в аэродроме. А другой-то надо было двоих ушатать. Надо было по левому стрельнуть и по правому. Сейчас его ищи свищи. Ну, ё-моё. А чё они здесь, за что сражались-то? Возьму, конечно же, пайпуху. Буду сам пытаться с пайпухи стрелять. В принципе, на пайпуху можно байтить. То есть стрельнули с пайпы, чувак подумал, что... Представляете, если бы я попал, вот там где-то кто-то с револьвера дуплит. Пойду попробую его ушатать. В принципе, на себя можно агрить чуваков с питоном. Вот я сейчас слышал, где-то был питон. Питон где-то слышал я был. И что-то питон прошел. Где этот револьвер? Нужно его попробовать отобрать. Так, где я вообще бегу-то? Хорошо, пока ничего не видно. И никого не слышно. А где тот чувак? Ага, он пошел. Он пошел себя залутывать, а в принципе он там ничего не долутает. Дома уже после вайпа, как вы видите, стоят. Неманенькие, окружены стенами. Ну, тихо. Я думаю, это кто бегает? А это чувак. Зря он, в принципе, так построил. Можно просто сюда взрывать. И никому ничего не будет. Я сейчас выйду на дорогу, потому что на дороге в основном лутают ребята. То есть они лутают всякие шестеренки, то, что выпадет в мусорках. В мусорках очень легко. Ох ты ж, ё-моё. Классно сидеть в доме на третьем этаже и стрелять с револьвера. Это же просто профессиональные геймизы. Построил себе дом и стреляет. Кстати, знаете насчет вот этой вот хероты? Сверху добывается сера, посередине добывается железо. Ой, внизу добывается, в песчанке добывается сера, посередине железо, наверху, по-моему, МВК, да? Если я не перепутал. И, в общем-то, они теперь 2х. И теперь можно их ставить, и они реально будут нужны. И реально от них будет хоть какая-то польза, наконец-таки. Хотя, в принципе, я вам тоже показывал с рецайклером баг. Посмотрите, как мутить себе много МВК. Очень полезный ролик. То есть с листовыми металлами приходите, перерабатываете, и у вас дофига МВК. Вы можете на изи сделать себе МВК-дом. Ладно, я, наверное, сейчас куда пойду? Вон самолет летит. Может быть, пойти на аэродром новый? Хотя вот сделали новую карту, да, посередине. А что толку-то от нее? Ничего нового, как бы, в ней такого нет. Наверху хороший лут падает. И чувак идет собирать вот эти вот дорожные ресурсы, про которые я и говорил. А я, конечно же, его убью и заберу. И заберу ни хрена.
Вот кирку я у него хорошую возьму, топор тоже возьму. Можно было, конечно, топором или еще чем-то. Слушайте, самое обидное, что иногда, когда ты бегаешь с луком или арбалетом, куда, кстати, аирдроп попал? Нет, не добежим. Обидно, самая обидная вещь, что когда вы пытаетесь бегать с луком, вы встречаете постоянно револьверов. Когда вы... Но заколебал, он сидит в доме как лошара ведь. Просто как лошара. Может быть, выйдет, и я ему покажу, как меня зовут. Ну что, реально из дома стреляет до сих пор. Это будет, конечно, печально выглядеть, если он до сих пор сидит в доме и стреляет с окна. Это еще хлеще, чем я убил бомжа, который бежал, бедолага, с топором. Но Rust такая игра, где вам приходится постоянно ломать лица кому-то. Ну что, ты там вышел? Потому что нам нужно поговорить. Я вообще весь в бусте, у меня очень много хилок, и не знаю, выйдет ли он из этого дома. Выйди, пожалуйста. Пожалуйста, выйди. И чё, никого нету, только волк есть. Только есть волк. Как же ты заколебал. Жалко, как тебе нельзя подстроиться. То есть, в смысле, на первом сервере расклада можно подстроиться к обычным хатам, а на соло-сервере нельзя. Здесь обычная подстройка. Ну, выходи. Такое ощущение, что... Ух ты, ё-моё. Нормально. А не хотел бы ты питон отдать? Ну, вот чё вот мне с ним делать? Как мне его победить? Он ведь не хочет выйти. Он, знаете, что будет делать? Будет до последнего так делать. Вот он будет до последнего так сидеть в этом доме и стрелять. Че такое? Ты что там делаешь? Хорош ломать. Как я и говорил, в принципе, к дому он дальше пока будто херачит. Не, реально, отважный поцик. Просто отважный. 85 человек онлайна, никого не вижу. Карта не настолько большая, возможно, все вот в опасный ящик пытаются найти. Видите, опасный ящик в правом верхнем углу за горами. Там есть ресурсы. Причем его дожидаете, и от кого-то бейсболка упала. И спокойно забираете ресурсы. Пока вы не заходите в эту зону, где опасный ящик 63, там идет таймер. И если вы заходите в эту зону, вас херачат ракетой. Ну, посмотрите, я делал обзор на эту штуку. Достаточно прикольная. Может быть, все туда пошли. Вначале... О, вот это нормально. Из-за этого я... Серьезно? Серьезно? Вот я даже по тебе ведь не стрелял. Ты сам напросился. Вот я вот сейчас похиляюсь. Интересно, он думает, что я его не вижу, или он думает, что я его вижу? Ты что, реально думал, что... Я вообще в шоке. Он реально думал, что он пойдет и убьет меня с лука? Он мне отнял 25 хп? Ну, я понимаю, конечно, что ему, ну, как бы без шансов было. Но чувак сильно верит в свои силы, особенно с лука. Он реально думал, что он меня заколбасит. Да уж, в принципе, нужно сейчас посмотреть дома. А, 5 я возле этого дома, я не помню, попадет ли это в запись или нет. Короче, вот этот дом, у него на втором этаже и лестница. И, в общем-то, типа он сделал антирейдовый дом, типа никак на второй этаж не забраться, только при помощи соломенной лестницы. Вот такие вот, вот так вот чуваки играют. Я думаю, может быть, попробовать пострелять с арбалета, потому что патроны бесполезно тратить не хочется. И я думаю, что все-таки весь замес, наверное, в аэродроме находится. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, чувачок еще один, поехали за ним. Посмотрим, куда он пойдет. Че ему надо-то? Он тупо камушки собирает, и видит он еще одного пацана. Почему-то свинью он не убивает, наверное, жира ему просто вообще не надо. Ага, он добывает серу. Он добывает серу. Он меня до сих пор не видит. Он так увлечен этой мини-игрой, что он меня даже не видит. Я ему попадаю в голову. И он убегает. Да куда ты пошел там? Че, по кому? Он по трупу стреляет? Зачем? Чувак с вышки стреляет по трупу. Нормально. Да-да-да-да-да-да. Ух ты, еще один... Подожди, он то с магнума, то с револьвера стоит, до сих пор сидит. Он еще выше вышку сделал, что ли? Или это другой? Здорово! Здорово! В принципе, у меня и с этого получается, как его?
И с арбалета тоже неплохо получается. Двойное убийство. Слушайте, я сейчас здесь грибов насобираю. Ё-моё, это кого-то взорвали уже? А как так? Как его взорвали, если рейд-блок еще пока стоит? Обидно за пацана. А что у нас? Это мы посадим. Всегда сажайте эти долбанные... Нифига себе, не могу посадить, если не возле своего дома. А вдруг я засажу ваш дом пшеницей, да, или едой? Опять по мне кто-то стрельнул. Только я не понимаю, откуда. Берем арбалет. Я уже, по-моему, сейчас третий раз дойду до этого дома. Где этот дом-то? Я все хочу... Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Где-то здесь выстрелы были. Я, по-моему, кругами хожу туда-сюда. Только отойду от этого дома стрелка. Другой чувак появляется. Только отойду, другой чувак появляется. Ну, туда я не пойду. Там, понятное дело, этот дебило кусок, который сидит на доме. И, в общем-то, ну, никак его не зарядить. Хотя бы если были бы бобовки, то можно было бы ему нервишки пощекотать. А так он будет сейчас сидеть до потери пульса и стрелять бомжей. Это веселуха. Можно до антенны дойти. По идее, все, наверное, живут внизу, потому что сера – самый главный показатель, и они, в общем-то, фармят ее. И... Это что это такое? А вот опасный ящик! Сейчас я вам, наконец-таки, покажу опасный ящик. Кто-то, значит, там есть. Кто-то там... Я говорю, сейчас все в начале игры ходят за опасными ящиками, потому что просто так ходить за чуваками, ну, да... Прикольно, ничего не скажешь. Вот, смотрите, бам-бам-бам. Хан Соло, парень с этим ником с самого начала Rex Experimental играет. Кстати, Хан Соло я реально видел вообще давным-давно пацана этого. И вот ник, видите, в чате Хан Соло. Реально он, по-моему, играет в Rust около 2000 часов, наверное, если не больше. Но вот сами напишите в комментарии, видели ли вы в Rust чувака с ником Хан Соло. Так, сколько у нас минут осталось? DTD, по-моему, надо писать, да? ДТД, сундук с сокровищами. 3 минуты еще жду, 4. Вот в этот обруч не захожу. Там парниша тоже хочет его хапнуть. Ё-моё, я же сказал, в обруч не захожу. Не захожу в обруч. Не надо. Алло. Я же вроде не зашел в обруч. А уже гасилово такое лютое. Надо аккуратно сейчас здесь. Мало ли кто здесь есть. Ух ты ж ё. Это по мне? Да он чувак бегает тоже, хочет забрать. Я вот не знаю, получится ли мне его обмануть. Так, отсюда это выкинуть. Сыкл тоже кругами ходит и обманывает меня. Ладно. Тихо. Кто-то подошел тоже. О, здесь чувак. Откуда здесь чувак? А он у него пайпа или чё? Здорово. Подожди, он побежал куда-то. Стой. Я тебе все равно лут не дам забрать. Наверное, его лучше сразу убить, чтобы... Вот так вот. Полежи пока, полежи. Надо его убить, чтобы он не мешался. Отлично. Какой-то тигр. А тигр-то... У тигра-то есть немного ресиков. Не знаю даже за счет чего что взять. Ну что там по ДТД? Сундук будет через 2 минуты, ждем. Может еще кто подвалит. Неужели никто не хочет сундук брать? А где тот типок? Даже если я туда зайду, в эту круглую штуку, ресурсов там не будет. Сундук будет закрыт. Сундук только откроется тогда, когда... Пройдут минуты, и там будет лут. И мне, скорее всего, нужно будет выкинуть вот это. Потом мне нужно будет выкинуть топор. Потом я мясо съем. Слоты нужны. Возможно, там будет отличный лут. И три... Ну, я вот так вот лучше сделаю. Все. Ты что, прикалываешься? Ты думал, что я настолько слабый? Фух. А у него
броня пободрее, чем у меня. Так. Так. На самом деле страшновато было. Я чуть не проиграл ему эту битву. А сейчас у меня есть все. И броня, и камушки. Я могу сейчас спокойно улетать. Ну что там под это? Я же говорю, все, короче, задроты дикие приходят сюда. То есть все, кто умеет играть, ну вот это тоже смешно. Что у тебя еще можно взять? Вот так вот мы сделаем. Давай быстрее, пожалуйста, не надо мне сюда еще задротов с фул броней. Фул броня — это вообще лютые типы. Все хотят пойти, 25 секунд. Кому-то попадает. Мне главное, чтобы спину опять не ушатал меня, чувак. Я ведь его не видел, он меня спину практически убил. Так, ткань возьмем. Это не надо. ДТД. Я понял. Так, тут какие-то разборочки. Дело в том, что у меня было все. Офигеть, он его зарубил. Поднимай, да, конечно. Подними, братец. Да, да. У меня там был последний эквип, где меня расхерачило. Фух. Слава богу, у меня есть еще револьвер. Здесь и сейчас. Пацан, подними, пожалуйста. Он там что-то на него кричал, что-то делал. Блин, теперь мне нужно сейчас перезайти в игру или улететь домой, потому что черепок остался. Он иногда так пролагивает, не знаю, с чем это связано, но иногда такое будет. А вообще, я думаю, что на этом мы нашу бомжовскую серию закончим. Хотя нет, мы не будем заканчивать. Я сейчас здесь вот лягу и хочу прочекать аэропорт. Сделаю себе быстренько хотя бы голову и... Сейчас перезайду в игру и чекну, что есть за аэропортом. Ну, конечно, ракеты меня прибил. Опаньки. И ни разу бы не попасть. Стой! Фух. Ни разу бы не попасть, это про меня. Это рили про меня. Так, надо отходить куда-то. Слава богу, у него был только один револьвер. Сейчас удача на моей стороне. Перезаряжаемся, у меня три револьвера, и попробуем показать скиллуху. Я не знаю, сегодня не летят патроны. АИМ не продлил. Месяц-то новый начался, нужно АИМ купить заново. Потому что этот что-то не подходит. Что-то в голову не летит, вообще ничего не делается. Как же так? А что здесь за стенки какие-то? Здесь дом какой-то интересный, стены, куча стен. Воу. Воу. Ну что это такое? Блядь, вообще не как идет. Сука? Так вот именно. Меня, что вот именно, что я косой. Вот даже чувак говорит, что я косой. Я прям с ним полностью согласен. Что ж, попасть даже ни по кому не могу. Выходите, давайте. Я вообще злой. Он еще чувак какой-то. .49, он меня мог убить, если бы у него был второй револьвер. Косой — это еще не то слово, блин. Так, надо уводить. Ох ты ж, ё-моё. Я не знаю, что делать с этой игрой. С вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ждите рейдов. Всем пока-пока.